Вон он. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она парень. Меня спасла. Я просто... Парень! Замолчи! Они оба изгои. А она... безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Я знаю дорогу. Замолчи, парень. Замолчи лучше. Замолчи, парень. Закрой свой рот. Уходи, безродная! Смотрю. Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорил, нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Все не так просто. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Расскажи мне.
Но это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Что нужно сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! До инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказал? Это на него не похоже. Thank you.
Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. У северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат. Что-то он сам не свой. Объятия. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать.
что можно хранить. Прошу, мне не к кому обратиться. Нет. Мне нужна твоя помощь. Я ранен. Помоги мне. Сейчас ты сильный снегопад. Мир белеет. Ты не поможешь мне? Вот, не что? Ты говоришь с изгоем? Мне нужна помощь. Все остальное не важно. Так что случилось? Ногу поранил? Дело не во мне. Моя дочь Арана в опасности. Погналась за падальщиком у колыбели матери. Я боюсь за нее. Я даже встать не могу. Тем более идти за ней. Ты поможешь. Она охотится на падальщика одна? Я виноват. Хотел его сразить, но он разодрал мне ногу. Я едва ушел, а копье осталось в машине. Это копье сделала Эдина, ее мать. Она умерла. А рана им очень дорожит. Вот и побежала за падальщиком. Я постараюсь тебе помочь. Пожалуйста, найди ее. Умоляю тебя.
повезло. Похоже, это Арана. Помогите! Она в опасности. С тобой поговорить. Если помню. Я хочу поблагодарить. Эй, подойди сюда, пожалуйста. Спасибо. Я думала, рыскари разорвут меня на части. Меня прислал твой отец. Тебе пора домой. Я не могу. Сперва надо вытащить из падальщика мамино копье. Это копье тебе так дорого? Мама сделала его незадолго до смерти. Как отец мог его потерять? Он не нарочно. Падальщик очень опасен. Я знаю. Но мне больно от мысли, что оно пропало навсегда. Я поищу копье. Правда? О, спасибо. Вернись к отцу. Он к югу от сердца матери, не может на ноги встать. О, нет. Тогда я побегу скорее к нему. Спасибо тебе. Здесь след Араны обрывается. Наверное, тут она и увидела падальщика. Пойду за ним, найду и копье.
Колыбель матери. Пересек реку. Надо посмотреть на том берегу. Пора идти к Карсту за нитеметом. Вот он. Ну что, вперед. Thank you.
чтобы они не искали. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидят. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нитьмёт. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он?
Только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое.